Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный дворик, и с вами я, Елена Бородина. А это мои индюки, которым сегодня 9 недель. В неделях 9 недель, а в месяцах им 2 месяца и 2 дня. Вчера мы их пересадили на улицу. Они первый день вчера были на улицу. И вы посмотрите, я уже снимала вам эту площадку. Она по колен была в траве. И они у нас, можно сказать, за вчерашний вечер и сегодняшнее утро всю ее съели. Съели и притоптали. Днем они были в своем домике. Вот этот домик, я вам потом его покажу. Ну, кто был с прошлого года, знают его. Почему они были в домике? Потому что у нас жара 37 градусов, и они поняли, что там-то прохладнее. Тем более мы сегодня на крышу постелили фольговый утеплитель. Правильно, Вася, я говорю, да? Фольговый утеплитель. Он будет отражать солнечные лучи и так сильно не греть им крышу. И у них будет там чудесненько. А почему я вам их снимаю? Потому что мы хотим сейчас несколько штук взвесить. Ну, прям двух-трех. Ну, как они будут себя вести, мы посмотрим. Дело в том, что у нас случилась большая проблема. Вчера во время пересаживания у нас из бани, где они сидели, там такая ступенечка выложена кафелем. И один повредил ногу. Не знаю, сломал он или что-то сделал. Мне кажется, его даже здесь и нету. Да? Я посчитала, он где-то сидит в индюшатнике, то есть в домике, даже не выходит. Конечно, это большая проблема, потому что если индюк нездоров, то его просто потом забьют. Сами же индюки. Поэтому больным места в стадии нет. Или его отсаживать и одного выращивать, но он будет кричать, он не сможет. Да и места у нас, наверное, нет. Или забивать. Конечно, в 2 месяца забивать индюка — это очень печально. У нас всего 5 индюков, как и в прошлом году. Ну, очень, очень, конечно, жалко, но буду смотреть по ситуации. Давайте мы сейчас приготовим, где взвешивать их, а я пока посмотрю норму индюков в 9 недель. Ну что, поставили мы весы, и наши любопытные индюки уже тут. Кстати, Василий посчитал, здесь индюки даже тот, который у нас больной ножкой. Он говорит, что выздоровел. Так, а вам не видно будет вес. Давайте я вот так вот подойду, ну и буду приближать. Это кто, индюк или индюшка? Кажется, индюшка. Так, и ее вес. Сейчас я приближу. 6 килограммов. А норма у нас? Норма у нас 4 килограмма 620 граммов. Это получается больше на 1,5 килограмма. Слушайте, это уже хорошо. Так, лови любого. Вот как раз терпев. Тихо, тихо, мой хороший. Тихо. Вот это индюк. Помочь? Ой, конечно. Чтобы их взвесить, это такие проблемы. Так, и его вес, не поняла. Около 8 килограмм, что ли? Ладно, не будем мы больше смотреть. Я вам увеличу вес, который я первый раз сняла. Там где-то 8 килограммов с чем-то. Где он? Это вот этот? Нет? Сейчас я вам покажу, который. Вот, вот этот индюк. Нет, 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 вот этот. Он хромает у нас. Вот этот индюк.
Это 8 с чем-то килограмм, фон бедненький. Так, ну давай тогда еще вот этого возьмем, взвесим. Да. Ты как-то глаза им закрывала, они так хорошо сидели, да? Раньше. Носок не вела. Вот, носок у меня в руке. Давай одену. Так. Я уже со штатива сняла. Нет, это мучение, конечно, индюков взвешивать. 6 килограммов 900 граммов. 6900. Все, убирай его. Так. И давай индюшечку какую-нибудь еще взвесим. Давай. Ну вот, вот эту вот маленькую. Вот, вот эту. Так. И ее вес. Пять килограмм. 790. 5700. Отличный, отличный вес. И индюшки больше нормы. Это если 4620, а тут 5700. Давайте я вам покажу, как они тут обустроились. Вот сразу побежали кушать. Кушают они вот из ведерка уже. Правда, тут одна топчется. Сначала залезет в ведерко, а потом начинает, как страус, у себя под ногами есть. И вот мы перенесли их в тумбочку. И здесь вот поставили доску. Потому что одна гадила постоянно ведро. Сейчас вечером мы добавим им еды. Это вот они столько за день съели. Поменяем водички. И им очень-очень понравилось здесь. Видите, они выходят вот в такую дырочку. На ночь она закрывается вот так вот. И все. Утром мы опять ее открываем. И что-то им понравилось ходить именно через нее, а не через дверь. В прошлом году у нас никто здесь не ходил. Вот какие разные индюки у нас из года в год. Спросите, что за комбикорм? Комбикорм у нас пока еще старт. Сегодня-завтра они поедят старт. Старт у нас до 9 недели. Смотрите, как один ест. И ничего с ним не сделаешь. И гоняешь, и ничего он не понимает. У нас осталось на 2 дня как раз еды. Они поедят старт. Завтра я уже буду добавлять рост. И покажу вам потом, какой рост. Ну, а вас я прошу написать в комментариях. Как вам вес наших индюков? Ну, а вес от чего зависит? Конечно, от комбикорма, который они едят. Сейчас они у нас пропаиваются метронидазолом, второй день. То есть, как им исполнилось 2 месяца, я стала им... Я немножко прервала видео, потому что у меня закончилась память. Почистила, а они уже в это время поели. Вот я вам сейчас покажу как раз этот комбикорм. Вот этот старт. Старт индюшиный. Йошкар-Олинского завода. Группа компании «Премикорм». Я очень-очень довольна этим комбикормом. Такие веса показывают индюки, которых и я не ожидала. Кстати, Ирина Мунина с канала «Счастливая ферма» тоже выкармливает индюков своих этим же кормом. Вы зайдите и посмотрите, какие у нее веса. Ну, что еще про них рассказать? Буду я снимать про них видео, как они растут, какой у них вес, что они едят, что они пьют. Но скоро я сниму видео про все их пропойки, потому что меня очень просили снять такое видео. Ну вот и все. Они снова вышли погулять, потому что у нас сейчас спала жара. 37 градусов. Это, конечно, очень-очень тяжело. Я заканчиваю свое видео, потому что надо идти поливать огород. Вы были на канале «Солнечный дворик», и с вами была я, Елена Бородина. Удачи вам!
Удачи вам в выращивании крупного бройлера и крупного индюка. Пока-пока.